Добрый вечер, РФ ТОВ. Сначала у меня вопрос к вам. Как спросить на иврите, какие цвета? Или, например, какие цветы? Или какие квартиры? Как сказать «какие» на иврите? Об этом мы сегодня поговорим. В частности, мы поговорим о слове «эйзе» и можно ли его использовать в значении «какие». Пользуясь случаем, я хочу напомнить, что вы можете приобрести у меня книги, которые помогут вам в продвижении и в изучении иврита. В частности, я рекомендую для тех, кто на продвинутом уровне, иврит русский юридический словарь, а также иврит русский словарь аббревиатуры сокращений. Для заказа и дополнительной информации пишите мне, адрес электронной почты вы видите на экране. Итак, я скажу, что в зависимости от того, в каком стиле мы говорим или пишем, вопрос может строиться по-разному, предложение может звучать по-разному. Если мы придерживаемся высокого стиля, нормативного иврита, то какие цвета, например, мы спросим «магацваим». Многие в обычной речи тоже используют этот оборот, то есть этот оборот не чужд и для обычной речи, но больше как бы тяга к формальному стилю. «Магацваим» дословно «что за цвета», а по смыслу мы переведем «какие цвета». Или, например, «магапрахим» – «что за цветы», а по смыслу «какие цветы». «Магадирот» – дословно «что за квартиры», а по смыслу «какие квартиры». Так в формальном стиле или в высоком стиле. И теперь мы перейдем к обычной речи. Я хочу спросить «какие цвета». Я спрошу «эйзе цваим», и «эйзе» дословно «какой» или «который» я использую в обычной речи также в значении «какие». «Эйзе цваим» – «какие цвета». При этом кто-то сейчас спрашивает, но меня же учили, что нужно использовать слово «эйлу», «эйлу цваим» – «какие цветы». Какие цвета в данном случае. Действительно, так тоже можно спросить. Я подчеркиваю здесь слово «можно». Слово «эйлу» можно использовать. Но если меня спрашивают, что лучше сейчас использовать в обычной речи, тенденция к тому, что последние, наверное, уже лет 10, лучше использовать слово «эйзе» в значении «какой», «который» и в значении «какие», «которые», а не слово «эйлу». Еще раз, какие цвета? Эйзе цваим. Какие цветы? Эйзе прахим. Какие квартиры? Эйзе дирот. И мы здесь обращаем внимание, что даже когда существительное в женском роде, мы тоже спрашиваем в значении эйзе какие. Эйзе дирот. Какие квартиры. Я очень надеюсь, что это было полезно и интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.